Друзья, всем привет! Сегодня распаковочка будет посвящена рыболовной тематике и каких-то небольших покупки. Это у нас коробка для различных мелочей. Сейчас мы посмотрим. Я уже не помню, я разные виды заказывал этих коробок. Посмотрим, что это конкретно. За коробка такая. Так, это у нас коробка вот такого плана, выдвигающийся, ну это можно сказать под наживки, под какие-то, под приманки, ну под воблер, наверное, будет маловато, только под маленький, если воблер. Здесь, видите, отделений по центру нету, разделений, есть только наверху, то есть здесь два больших, одно большое по центру, два длинных, но коротких, но узеньких. И здесь вот такие небольшие четыре отделения, и они пополам разделенные здесь. Можно вырезать перемычки, будут все одинаковые 6. Вот, что касательно размеров. Размеры у коробки 20,5 на 10. И по высоте нижнее отделение у нас 3. Ну и оно получается, что не целиком можно по высоте заполнять. А целиком у нас коробка получается где-то 4. 4,5. Ну, удобно то, что вот выезжающая вот эта часть. То есть сюда, например, насаживать резинки вот джиг насадок. Положить сюда удобно будет хранить. То есть, ну, эта коробка, скорее всего, будет под джиг отдельно. Потому что под воблер ее точно никак не использовать. Ну, в общем, удобно, недорого. Ссылочки, как обычно, под видео. Вот как выглядит эта коробочка с джиг-насадками. То есть, достаточно удобно, в принципе, хранить их здесь. Ну, маленькие наверху можно хранить, большие внизу. Ну, все достаточно неплохо. Так что вот я именно так использую. Для воблеров маловато, а для джиг самое то. Продолжаем рыболовную тематику. Тут должна быть тоже очередная коробочка. Это боксик для червей. Ну, те, кто занимается рыбалкой, они знают, что в принципе там какие-то коробки непонятные. Не очень удобно там из-под, не знаю, всяких разных, как по старинке, банки железные, там, не знаю. Китайцы придумали какой-то вот такой вот боксик. Так, интересно. То есть это вообще для наживки. Сюда, по идее, надо помещать червей. Здесь что мы видим? Видим магнитик, то есть все это на неодимом магнитике держится. Здесь есть поролонка сверху. Ну, чтобы не запачкать, наверное, я точно не знаю. Отверстие, чтобы все дышало. И два различных бокса. Сюда опарыша, сюда червя. Очень даже неплохо. Также есть шнурок. Куда-то повесить, прицепить. А, ну я понял, для чего поролонка. Вот таким образом можно это все вытащить. Для чего снизу поролонка, не очень понятно. Сверху для чего понятно, чтобы при переворачивании не вытряхалась земля. Ну и вот сюда можно же прицепить, значит, шнурок этот. А вот эта вот штука для чего, я пока не очень понимаю. Ну, если у вас есть такие штуки, если вы имели с этим делом, пишите в комментариях, если вы знаете, для чего вот эта вот часть. Подробнее вот так я ее покажу. Она с прорезями. Ну, если я разберусь, в чем дело, я напишу в комментариях. Пока не очень понятно. Что касается размера этого боксика, то 10 сантиметров на 6. И высота получается около 3 сантиметров. Ну, здесь-то, естественно, поменьше глубина. 1,5 сантиметра где-то. И вот разделено пополам. 4,5 на 5. Почти квадрат.
И, наконец, третья коробочка рыболовная. Это чисто для воблеров. Но, правда, для воблеров небольших. Как видно, по длине сейчас мы замерим длину. Здесь на пакете никакой информации интересной нам нет. Так, что мы здесь видим? Здесь мы видим надписи какие-то на китайском языке. Размер 190 на 85 на 31. То есть 190 это вот эта длина, 85 ширина. То есть получается, что максимально воблер может быть там сантиметров 8. Совсем маленькие воблеры. У меня обычно десяточка идет. Давайте откроем, посмотрим. Ну, как-то тут вогнуто. То есть видно, что деформировано. Эта сторона, вот здесь есть петелька, куда-то цеплять. То есть эта сторона, вон, видно, что она деформирована. Ну, в общем, и с этой стороны также. Вот, видно, под этим наклоном. То есть это вот эта часть, куда ничего не кладется. Она почему деформирована, ну ладно, неважно. В принципе, жесткий пластик. Давайте измерим ее. У нас получается 18... От края до края 18,7, китайцы забирают 19, врут. Но неважно. Здесь у нас не больше 8, то есть максимальный впритык от стенки до стенки 8. 7,5 сюда, наверное, должно войти. И по глубине полностью от канавки, от низа до верха 2 сантиметра. Что тоже не очень много. И секция получается шириной 2 сантиметра. 7 секций с одной стороны, 7 с другой, 14 насадок войдет. Значит, воблеры либо маленькие воблеры, либо блесна, либо джиг насадки сюда в принципе неплохо пойдут. Жесткий пластик, мне это нравится, прозрачность, то есть тут все видно. Можно даже сверху маркером подписывать там, ну если это воблер, то глубину, например. Либо это вес там какой-то на приманок различных можно подписывать. То есть, в принципе, все очень даже неплохо и компактно. Попробую еще найти такую же коробочку, только побольшего размера для воблеров. Под десяточки, по 12 сантиметровых воблеров. Все, на этом заканчиваю распаковку рыболовных гаджетов. Если было полезно, ставьте лайк. Ссылочки, как обычно, под видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока.